Йоу, салам алейкум, банда, с вами как всегда Шторм, и я продолжаю играть на проекте Arizona RP Show Low. И сегодня мы будем играть в казино на моей основе по довольно большим ставочкам и будем проверять довольно старинную тактику, по которой, я думаю, многие играют и многие ее знают. И поэтому, ребятки, запасайтесь печенюшками, заваривайте чаек, ролик обещает быть интересный. Также вот победитель, который забирает 5 миллионов абсолютно на любом сервере Arizona. И сегодня давайте для вас разыграем 3 333 тысячи абсолютно на любом сервере Arizona. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой комментарий. Также, если вы еще не начали играть со мной на проекте Arizona RP Show Low, то пора бы это сделать. Просто переходи по ссылочке в описании, качай игру, при регистрации вводи мой ник OG Storm, за который ты получишь на 5 уровне плюс 300 тысяч. И если на 6 левеле введешь мой промокодик хэштег Storm с маленькой буковки, то я накину тебе еще 2 миллиончика. Ну что, не буду затягивать, а мы полетели. У нас пропал синий хаги-ваги, ребят. Итак, ну что, ребятки, мы уже, в принципе, в казино, и давайте купим фишки. У меня сейчас есть 108 миллионов, давайте купим, ну, на 45 миллиончиков 500 тысяч фишек, и с них попробуем поднять, не знаю, ну, примерно еще где-то 100-120 миллиончиков было бы вообще идеально. Итак, буду играть я по старинной тактике, то есть, вот, например, играем 50к, и вот, когда мы сливаем два раза подряд, тогда мы кидаем ставку выше. Я думаю, понятно объясняю, я думаю, многие об этой ставке, об этой тактике знают, и я решил ее еще раз проверить. Спасибо Морти Буэна за 1 миллиончик, спасибо большое за подгончик тебе. Окей, сейчас будем проверять, я надеюсь, что у нас все получится, и по этой тактике мы сможем поднять с вами неплохую капусту. Ну, потому что реально тактика старинная, я думаю, многие о ней знают, и если она будет работать, ну, она работает, я думаю, ну, блять, вообще нету, ребятки, 100% тактик. 100% тактик не существует. Знаете это. Ну, есть тактики, у которых есть маленький процент, который немного повышает. Но все-таки всегда есть шанс слить. И когда вы приходите в казино, понимаете, ребятки, что вы можете тут слить. Хоп, и первый плюс 50 тысяч. Офигенно залетели, сразу же хорошо. Плюс 50 тысяч, это очень даже хорошо. Еще плюс 50 тысяч, отлично, ребятки, уже плюс 100 тысяч фишек у нас есть. В принципе, неплохо идем. Итак, первый слив, минус 50 тысяч с двоечкой. Окей, если мы сейчас еще раз сливаем, ничья, не знаю, ребятки. Ну давайте еще раз сыграем на 50 тысяч. Давайте, хоп, проиграли. Окей, давайте теперь сыграем на 200 тысяч. На 200 тысяч давайте сыграем и посмотрим, получится у нас завинить сейчас или нет. Получится или не получится. Хоп, плюс 200 тысяч. Офигенно, ребятки, офигенно залетели. Просто идеально. Плюс 200 косарей. И еще плюс 50 тысяч. Хорошо идем. Прям ништяково. Так, минус 50 тысяч. Блин, ребятки, ну, блин. Надеюсь, что сейчас у нас получится. И мы поднимем неплохую капусту. Плюс еще 50 тысяч шестерочкой. Отлично просто идем. Отлично, ребятки. Игра прям меня радует. Еще плюс 50 тысяч с пятеркой. Нормально, мы уже дофига раз завидели. 25 тысяч давайте сыграем. Да, мы проиграли 25 тысяч. Так и думал. Хорошо, что я сыграл на 25 тысяч, и мы их срали. Сейчас нужно еще раз нам проиграть, и мы, в принципе, играем на какую-то большую ставочку. Итак, вот мы проиграли еще минус 20 тысяч, и сейчас играем на какую-то нормальную такую большую ставку. Проиграл я 50 тысяч. Окей, хорошо. Значит, сейчас мы сыграем, давайте, на 150 тысяч фишек. И надеюсь, что сейчас мы завинем. Минус 150 тысяч фишек. Значит, сейчас мы играем на 300 тысяч. Фух, чувствую, сейчас будут сливы, но я надеюсь, что все-таки у нас получится и завинить. Я на это надеюсь. Хотелось бы в это вериться, но верится с трудом. 300 тысяч кидают, и минус 300 тысяч. У меня осталось 300 тысяч, и неужели мы играем ва-банк и проигрываем? Нет, мы забрали 300 тысяч. Окей, пока что сидим на месте. Пока что качельки какие-то. И давайте еще раз на 300к. И опять слив. Капец, ребятки, капец. Все или ничего. Окей. Качели, давайте, плюс-минус идет, плюс-минус, 600 тысяч уже, 600 тысяч, ух, ребятки, это очень опасно, я давайте рискну и сыграю на 500 тысяч, 500 тысяч, ребятки, принимаю, забрал, все, идеально, все, ребятки, у нас есть 1 100 000 фишек, я думаю, пора сваливать, ребятки, и мы неплохо так сегодня залетели с вами в казино, казиныч, давайте обменяем наши фишечки, 1 100 000, потратили мы на них 45 миллионов, а подняли 99 кака, то есть мы в плюсе, насколько, ребятки, насколько, подождите,
охуеть. На 55 миллионов, да? На 55 миллионов, если я не ошибаюсь. И, в принципе, офигенно. Просто вот так вот зашли за 5 минут, плюс 55 миллионов. Ребятки, заигрываться никогда не надо в казино. Заигрываться это плохо. Никогда не заигрывайтесь. Ну, а с вами был, как всегда, Шторм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.